Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. На нашем канале всегда много интересных видео, обзоры на рыб и много другой полезной и важной информации. Сегодня у нас обзор на рыбку под названием филомена, или ее еще называют по-другому мюнхгаузия красноглазая. Это есть рыбка из разряда тетр. Ее особенностью являются красные глаза, серебристое тело и черное пятно у хвоста. Помимо этого, нужно еще учитывать то, что это очень активные рыбки. Они довольно неприхотливы и просты в разведении. Филомена, как и все тетры, любит жить в стае. Стайка называется где-то от 6 рыбок. Аквариум для такой стайки нужен от 70 литров с открытым местом для плавания. Температура воды в таком аквариуме должна быть 22-28 градусов. В общем, аквариумы могут пугать спокойных рыб, так как они очень активны. Хорошо содержать вместе с тернецией, разборой, данио рерио и другими активными рыбками с похожим темпераметром. Могут общипывать плавники у рыб с вуалевыми хвостами, либо просто у очень медлительных, неповоротливых рыб. Обитают они в живой природе в Южной Америке, Парагвае, Боливии, Перу и даже в Бразилии. В природе она живет в чистых, проточных водах крупных рек, но временами может перебираться в притоки, где ищет корм в густых зарослях. В природе она переносит глобальные изменения параметров воды во время смены сезонов, и в аквариуме также может хорошо приспосабливаться. Кормление. Филомена всегда очень рада любому корму. Они просто-напросто всеядны. В аквариуме ест все виды живых, замороженных или искусственных кормов. В качестве дополнительного корма можно давать растительные продукты. Добавление растительных кормов укрепляет здоровье рыб, не только их, а вообще, и усиливает окраску. Разведение. Естественное реальное отличие самки от самца у филомен – это то, что она более полная и округлая. Нереститься могут как в стае, так и парами. Перед нерестом нужно обильно кормить живыми кормами. Причем откладывать икру они могут как в общем, так и в отдельном аквариуме. Нерест начинается утром. На нересте самки откладывают икру на пучки мха, либо нейлоновые нити. Икра проваливается в них, и родители не могут их съесть. Вода в нерестовике должна быть мягкой, pH примерно 5,5-6,5, а температуру нужно повысить до 26-28 градусов. Личинка проклевывается в течение 24, ну максимум 36 часов, а поплывет малек еще через 3-4 дня. Стартовый корм, инфузория и желток. На этом все. Всем пока, ставьте лайки, задавайте вопросы, если они у вас еще остались. До скорой встречи, всего вам доброго.